Доброе утро! Все самое лучшее детям. Красиво, полезно и бесплатно. На курорте Архыз предусмотрен льготный тариф для учащихся школ Зеленчукского района. Про льготы, тарифы и скидки подробнее расскажет Майя Хамдохова. Архыз – место силы не только для приезжих туристов, но и для самих жителей красочной Карачаево-Черкесии. Возможность показать детям настоящую живую природу курортного поселка теперь увеличилась в разы. Особенно это касается школьников, обучающихся на территории Зеленчукского района. Льготный тариф обеспечит доступ школьникам района к высокогорным туристическим экомаршрутам и достопримечательностям, позволит наглядно ознакомиться с географией региона и горными рельефами. А в зимний период ребята смогут еще и учиться повышать свои навыки в горнолыжных видах спорта, что будет способствовать поддержанию их физического здоровья, отметил министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Тикеев. Принято решение о введении скидки в размере 30% для наших жителей, для жителей Карачаево-Черкесской республики, для возможности подъема на канатной дороге на курорте Архыз. Это решение принято управляющей компанией «Архыз», в том числе и в рамках нашего обращения. Ранее стало известно, что для жителей Карачаево-Черкесии действует 30% скидка на все базовые туристические тарифы курорта. Для жителей субъектов СКФО также предусмотрена скидка в 10% от полной стоимости ски-паса, получить которую можно при предоставлении паспорта. Это бесплатный подъем для школьников Зеленчукского района, вот, и школьников остальных, которые и обучаются у нас, и на территории СКФО, ну и, соответственно, всей страны. Это специальный тариф сегодня действует, 1000 рублей для школьника. Для того, чтобы получить скидку в размере 30% для наших жителей, необходимо предоставить регистрацию, вот, показать паспорт, что зарегистрирован на территории нашего региона, и, соответственно, получить скидку. Отличная возможность насладиться чистейшим воздухом природы Архыза появилась и у школьников Зеленчукского района, которые могут не переживать за расходы на проезд. Министерство туризма и курорта уже позаботилось о них и предусмотрели бесплатный проезд. Главным условием является предъявление списка школьников на бланке учебного заведения и исключительно в сопровождении педагога. А школьникам это нужно на бланке учебного заведения список предоставить, ну, в сопровождении педагога, 10 человек школьников с одним педагогом могут подниматься по вот специальному тарифу, и в том числе бесплатно для жителей Зеленчукского района. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, говорил Владимир Высоцкий. Ну а в горах Архыза можно совместить приятное с полезным. Майя Хамдохова, Вести, Карачаево-Черкесия, Архыз. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите информационный выпуск на карачаевском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии ночью местами кратковременный дождь и гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы будут до 14. Температура ночью 12-17, в горах до плюс 11, а днем 27-32 градусов тепла и местами до плюс 23. В южных районах чрезвычайная пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 15-17, днем 29-31 градусов тепла.